Более 20 лет подряд в первых числах декабря в Мирном проводится спартакиада инвалидов. Этот год не стал исключением. Принять участие в соревнованиях решили 7 команд. За спортивными баталиями следила наша съемочная группа. Они не просто хотят быть такими, как все. Они готовы побеждать. И здесь вовсе не важно быть быстрее, выше и сильнее. На этих соревнованиях главное – позитив и настроение участников. У нас не очень сложные этапы, конечно, несмотря на то, что это все должно проводиться на позитиве. И люди должны получить удовольствие, зарядиться положительным зарядом. Ну и, конечно, все получат призы. Победит в итоге все равно дружба. Каждое движение – как тяжелое физическое упражнение, каждый день – как изнуряющая тренировка. И вопреки всему – открытый взгляд и добродушная улыбка. Василий Федорович Гурьев, несмотря на свой диагноз и возраст, многократный призер и чемпион республики по армрестлингу, самбо и стрельбе. Ну, я вообще сам борец по самбо, кандидат мастера спорта по самбо. Я с Чернышевки. Там я 6 лет работал, этим тренером работал. Ну, каждое лето на высах я выезжал, Сунтару, Нюрба, призовые места занимал, по Хабсагай. Веселые старты состояли из нескольких этапов. Все они несложные. По словам самих участников, такие мероприятия спачивают людей со всего района. Мы целый год мы с ними не видимся. И вот после, вот когда на спартакиаде мы встречаемся, мы делимся уже впечатлениями, какими-то воспоминаниями за весь год, что у нас прошел. И вот это, конечно, для нас очень интересно, очень хорошо. Это все-таки как пропагандирует здоровый образ жизни, наша сплоченность, наша какая-то дружба вместе. На этих соревнованиях нет победителей и проигравших. Все участники уже чемпионы, ведь они победили в первую очередь самих себя. Анна Винокурова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».